В этом видео вы видите турнирную игру длинными шипами доктор Нойбауэр Boomerang Classic. Эти длинные шипы не новинка, они выпущены довольно давно, но это одна из самых интересных находок последнего времени. Как-то так получилось, что раньше я их не тестировал, только в этом году добрался. И был очень сильно приятно удивлен их игровыми свойствами. Обзор OX-версии уже вышел у нас на канале. Можете найти ссылку под роликом. Обзор версии на губки выйдет отдельно. Они ведь играют, как и все прочие длинные шипы, по-разному. Версия без губки и версия на губке. Поэтому мы, когда есть возможность, всегда стараемся выпустить отдельно обзор без губки и обзор на губке. Ну а тут турнирная игра версии на губке против разных соперников. Кстати, гладкая накладка, которая играет Сергей Каленик в паре с бумерангом Domination Speed Soft. На нее у нас обзоры тоже уже опубликованы. На разные толщины губок тоже можете в плейлисте, ссылка на который под видео, найти эти обзоры и ознакомиться, если интересно, что это за накладка, если хочется узнать про нее подробнее. На основании Magical Touch, которым тут играет Сергей, тоже у нас есть обзор. Можете и с этим во всех деталях и подробностях ознакомиться. Ну и если интересно увидеть больше игры Сергея Каленика, то и ссылка на плейлист с ним найдется там же. В общем, имейте в виду, если вдруг смотрите нас впервые, что у нас в описании под видео помещаются ссылки на релевантные видео или плейлисты. На этом я умолкну, дальше можете просто наслаждаться просмотром.